Всем привет-привет, а я продолжаю снимать вид новинки. И, конечно же, День Святого Валентина. Новинки у нас часть вторая, каталога 2 2023 года. Кстати, я еще заказала мультивитамины для детей, они тоже стали мне доступны. Итак, первое, что бы мне вам хотелось показать, это очень классное мыло. Оно просто суперское. Это фигурное туалетное мыло розовый кварц. Вот так вот оно выглядит в полной упаковочке. Заказала 2 и не прогадала. Хочется его даже на полочку положить с бельем. Очень приятный, классный аромат. Называется розовый кварц. Я не знаю, как его вам описать, но он такой цветочный, очень даже приятный. Артикул 2910. Он идет 60 грамм. Такой вот огромный-огромный кусок. 60 грамм. Аромат такой свежей сладости, что ли. Да? Не знаю даже, что за аромат, чем пахнет, но очень... Класс. Оно выглядит в форме кристалла, во-первых, бережно кожу очистит, также станет прекрасным подарком для близкого человека. Здорово. Мне нравится. Мне такое нравится, я в восторге. Дальше. Так, что у меня тут дальше упало? Так, это я в прошлом обзоре снимала. По распродаже был антибактериальный гель для рук Биосим. Обязательно его беру, потому что он суперский. Он еще и ранки заживляет. Он не только антибактериалит, он увлажняет, заживляет, потому что тут очень хороший состав всяких ухаживающих масел. Артикул 1702. Очень его люблю, всегда беру с собой. Особенно какие-то поездки, торговые центры, он вообще нам просто тупо необходим. Далее, смотрите, какая соль для ванны. Очень классная соль. Ну, тут вы увидите, как она выглядит. А я вам сейчас просто ее еще вот так вот покажу. Запах приятный, хорошо пенится. Это пенящаяся соль для ванны. Она идет как соль и пена, тире соль пена. Такая вот она хорошенькая, крупненькая. У нее очень приятный тоже аромат, вот этот розовый кварц. Я поняла, что это за аромат. Знаете, вот прям свежесть такая идет. Цветочная свежесть, да, вот, точно. Это действительно очень роскошный аромат. Она идет 100 грамм. И такой аромат, он действительно обладает ухаживающим действием. Я посмотрела тут состав. Ну, состав, тут нет никаких ухаживающих каких-то масел, еще что-то, как вот мы привыкли, да, к бурлящим шарикам. Но оно действительно клевое. Это для меня, можно сказать, новое открытие, когда компания Faberlic очень много выпускала парфюмерных вод одну за одной. Конечно, вот так вот быстро все прочувствовать мне не удавалось. И вот сейчас, когда в VIP-новинках появился Glorious 35 мл, или не в VIP-новинках, или в распродаже, я схватила его, я его открыла послушать. Артикул 3275, вы знаете, это просто бомба. Мой раньше любимый аромат мужа был Vendée Aventures или L'Estet. Мне очень нравилось, как он на нем раскрывается. Так вот, этот аромат, он раскрылся на нем озоновой горчинкой какой-то очень приятной, такой вот свежести, легкости, искристости. А у меня муж как раз любит пошутить, посмеяться. Он такой, знаете, парень-рубаха, добрый такой, очень любит дочку обеих. И, конечно, вот этот аромат, прям его нежность, легкость, искристость и озон. Вообще шикарный просто. На мне он раскрылся, кстати, намного ярче, я чувствую какой-то лимончик. На нем этот лимончик выходит такой озоновой горчинкой, очень искристой озоновой горчинкой. Очень приятный, прям обалдела. Я очень обалдела. Закажите себе хотя бы пробник. Я прям вот хочу ходить и слушать его, слушать. Ну, а себе я заказала давно, на него смотрела, очень хотелось. С парфюмерками у меня перебор, но хочется такой, знаете, незатейливой легкости, свежести, еще чего-то. Вот прям вот этот аромат, он подходит для всего. Можно его для белья. Очень многие вот этой свежестью пользуются в туалете. На себя ли, можно лить литрами. Он легкий, нежный, классный, невесомый. Артикул 3027. Я его наконец-то себе заказала. Иногда хочется вот этой вот легкости, свежинки, еще чего-то. Это моноаромат. Он простой. Простой да нельзя. Он просто вот чистый такой вот аква. Вот чистый такой, вы знаете, невесомый, легкий, шикарный. Он просто вот суперский. Прям даже еще вот прям захотелось на себя нанести, его послушать. Он прям вот, вот то, что иногда хочется. Вот эта свежесть, легкость. Очень люблю им поливаться. Серьезно, я вам говорю, так, это уже сняли. Это у нас дубляж. Далее идут карандаши. Карандаши клевые, классные. Это новинки. Обновленная линейка. Мне как раз пора обновлять. Предыдущая покупала месяца уже 4, наверное, назад. Стрелки я люблю. Я их делаю практически в каждый макияж. Поэтому да, это мое. Я обожаю вот эти лайнеры. Так, значит, 55986 артикул. Потом я вам увеличу. Обычный такой карандаш. Очень хорошо рисует. На вид как фломастер. 55988. Такой очень красивый серый цвет. 55-98. Он, кстати, в жизни слегка светлее, чем у меня на камере. Не могу понять. Иногда камера искажает цвет. 559-90 или 55-990.
тоже такой насыщенный коричневый. Он тоже светлее у меня, чем на камеру. На камере он темнее кажется. Их можно и тоненьким, очень тоненьким слоем нанести. Легонечко можно. А я просто прям так, чтобы вам было видно цвет. Аппликатор очень гибкий. Видите, он очень гибкий. Вот он гнется еще как-то. Но если сильно не нажимать, вы его никак не сломаете. Далее артикул 55987. Такой вот черный. 55987. Странно, да? Кажется, что... И чем мне нравится, вот тут вот цвета обозначены. Это очень удобно. Вы видите, какой берете. Они практически похожи. Этот ультра-черный, этот, наверное, обычный черный, как его еще описать. Ну и самый ходовой 55991. Очень многие любят синий цвет, синий оттенок. 55991. Он прям один в один передается. Можно тонкие линии рисовать, очень даже. Видите, можно такие толстые, да. То есть то, что хочется. Сейчас в моде вот эти все подводки. Прям в моде. Обожаю. Ну, я раньше делала очень много макияжа. Сейчас макияжи на ютубе, грубо говоря, перебор. Поэтому я не стала как-то вот снимать. Если нужно, обязательно сниму. Следующее, это у нас с вами такой вот бальзам для интимной гигиены. Нежный, легкий, ласковый, очень густой. Видите, он еле-еле-еле течет. Очень понравился аромат. Очень наиприятнейший аромат. Свежее, тоже цветочное такое, что-то невесомое, легкое. Не бьющее в нос, но и не слабенький аромат. Артикул 2888, 200 мл. Вот знаете, тот случай, когда я пожалела, что я по купонам запаслась предыдущими гелями для интимной гигиены. А я взяла штук 5, наверное, или даже 6. И сейчас вот сижу и думаю, блин, какой этот классный розовый кварц. Артикул 2888, до какой степени он классный, до какой степени он суперский. Очень пожалела. Ну, в принципе, тот аромат тоже мне нравится. Но когда есть что-то новенькое, которое еще не надоело, и которое так превосходно пахнет, просто вот иногда думаешь, а, ну что же я? А дальше гель для душа. Удивились, что он такой густой. Видите, он прям густой тоже очень. Что приятно. Видите, прям еле-еле-еле-еле дышит. А слой-то не такой уж и тоненький. Запах один в один, как у геля для интимной гигиены. Тоже с превеликим удовольствием буду им мыться. Артикул 2889, 200 мл идет. Классный, клевый, суперский. Обожаю такие ароматы. В общем, буду с удовольствием им мыться. Далее, вот такие тени пришли. Эти тени я открывать не буду, потому что у меня есть такие открытые. Артикул 6665, 6 штук по 0,75 грамма. Давайте я просто сейчас сниму свотчи, потому что они заслуживают внимания. Хотя шиммерные оттенки, блестящие, они, конечно, крошатся. Но из-за того, что они опять-таки крошатся, они и блестящие. Блестящие, они, в принципе, все идут в крошечку. Матовые тени очень сильно пигментированные. И этим я их и очень полюбила. А вот эти вот шиммерные я просто наношу на центр века пальчиком. Вот если издалека их увеличить, то получается прям красотища из красотищ. Видите, как красиво они переливаются. Самый классный. Ну и светлый оттеночек, он, конечно, к сожалению, для меня желтоват. Я уже об этом снимала в ролике. Но что поделаешь, как оно есть. Вот такой вот, видите, светлый подводка осталась. Но на самом деле очень хорошенькие тоны. Безумно понравился вот этот тон. Очень такой темно-бордовый, что ли. Он очень классно ложится. Но, к сожалению, камера его немножечко... не так передает, он более блестящий и более бордовый. У него нет такого вот прям супер коричневого подтона. Вот тут на пальце он хорошо передается. Вот тут почему-то он уходит в коричневый, хотя на самом деле он не такой коричневый, видите? Да, камера подводит. Вот, такая вот красота. Так, следующее это, давайте вот я вам покажу такие масочки. Как обычно, не буду сейчас перечислять артикулы, потому что они у меня практически в каждом обзоре, и я их успеваю истратить. Коллаген тонус, укрепляющая маска для лица. Далее, антивозрастная маска для лица молодость. Все они тканевые, клевые, классные. Не бьющие в нос, у них ароматы, очень приятные, действительно хорошо работают. Гиалурон, преображение. Ретинол, возрождение. Питательная маска для лица комфорт. Это восстанавливающая маска для лица безмятежность алоэ. Омолаживающая маска для лица антигравитация пептид. Выравнивающая тон маска для лица сияние перл. Называется так маска матча. Очищающая маска для лица свежесть. Дальше детокс маска для лица легкость.
и коэнзим Q10, антиоксидантная маска для лица, защита. В общем, такие вот классные масочки, обожаю их. Они яркие, они фееричные, они суперские, все хорошо. Далее, ну что могу сказать, немножко разочаровалась. Почему разочаровалась, сейчас объясню. Мне не очень понравились эти ароматы. Во-первых, липовый цвет, гель для душа, это какие-то липовые веники, как в бане, с какой-то вот горчинкой мне в нос отдает. Артикул 20003. Пенится хорошо. Они очень мега жидкие. Прям мега жидкие. Они льются. Ну вот, я помылась 2 раза, считайте. Выливается много, не успеваешь отконтролировать процесс после густых гелей для душа. Они жиже, чем ботаника. Ботаника, они не очень густые, но эти еще жиже, такие вот гельчики для душа. Но опять-таки у них большой объем, и они очень мощно пенятся. К сожалению, у меня после них сохла кожа, но повод истратить крем. Да, иногда ленишься крем нанести, а тут хошь не хошь нанесешь. Земляничный гель для душа тестировал муж. Он его 1 раз, его, как вы видите, протестировал. Он тоже жидковат, и муж тоже отметил, что кожа сильно сохнет. Аромат у него идет такой, как даже описать, ну какое-то клубничное варенье со сливками, вареная клубника со сливками, что-то такое вот. Хотя тут написано увлажнение кожи, а тут написано смягчение кожи. Нет. Нет. Если я почувствовала легкую сухость, то муж сказал, что у него прям тело стянуло. Поэтому решайте сами, заказывать, не заказывать, пробуйте сами. В принципе, я заказала по 2 штучки. У этого очень приятный аромат, у этого сносный. Не могу сказать, что он мне понравился, но он мне не противен. Я их измою с легкостью. Но могу сказать, что, на мой взгляд, ароматы пусть и зимние, согревающие такие ароматики, классные. Но, с другой стороны, ими лучше пользоваться летом. Когда сухость кожи, вы вообще после души не почувствуете, потому что вот в жару, да, когда потеется, все такое прочее, с ними сходил душ, незаметно будет. Мою кожу не сильно сушит, кожу Антона стянула. Дальше. Так, что еще из новинок? Вот я вам что хотела показать. Приятно удивлена новой серией Ума. Я так понимаю, предыдущая, скорее всего, будет выходить серия, потому что раз новую серию выпустили. И о чем тут хочется пообщаться? Почему приятно удивлена? Потому что, во-первых, тут идет везде гипоаллергенная отдушка. Еле-еле что-то там уловимое есть, но оно до такой степени незаметно, что я вообще не поняла, есть ли аромат или нету. Кажется мне, что он есть или не кажется. Но вот что-то типа такой, знаете, немножечко кислинки. Так, гель-бальзам для мытья детской посуды. Вот такой густущий. Видите, аж висит. Аж висит, не капает. Видите? Вот он. Повис. О, капнул. Вот такой вот густущий. Он идет, еле-еле течет. Но запах, ну, я не чувствую никакого. Может быть, я слишком много в прошлый раз снимала, но не знаю. 30517 артикул. Он идет в концентрированном виде. Можно им, хотя это гель-бальзам для мытья детской посуды, но он идет с ионами серебра. Тут идет не только гипоаллергенная отдушка, но он не содержит фосфаты, красители и парабены. Очень интересная аннотация у него. Прям интереснейшее. Давайте смотреть. Можно им пользоваться в концентрированном виде. Потом можно при замачивании его использовать, да, то есть замачивать. Можно использовать в разведенном виде. Вот, можно мыть соски и можно мыть бутылочки. Да, каплю сердца добавить в бутылочку с водой, почистить ёршиком или интенсивно встряхнуть. Вот такая вот красота. Видите, все значки, что он биоразлагаемый, экологически чистый. Вот состав, кому он прям нужен. 500 мл он идет. Ну, мне понравилось. Даже хочется на него перейти. Он классный. Мы посуду мы им помыли. У нас вообще-то так-то посудомойка. И посуду мы моем редко, но моем иногда. Дальше гель-концентрат для стирки детского белья с ионами серебра. В общем, вся линейка Ума идет с ионами серебра. Артикул 305.15. Тут идет мягкая концентрированная формула. Без СЛС, СЛС, фосфатов, красителей, парабенов. Вообще, ионы серебра, они хорошо известны своей высокой активностью против вредных микроорганизмов. Тоже идет 0+, тоже идет 500 мл. Такая вот у него консистенция. Он уже жиже, видите, он уже жиже. Что понравилось, тоже есть вот эта вот крышечка. Если вы не промазали, то вы ничего вокруг не замораете из-за того, что тут есть вот этот ограничитель. И ну и последнее, что хотелось показать, это кондиционер-умягчитель для детского белья. Это последняя новинка. С ионами серебра, тоже гипоаллергенная отдушка. Артикул 305.16. У него все-таки есть же какой-то вот, он жидкий, вот. Но есть у него какой-то вот, вот этой вот как раз, знаете, детской свежести, да, вот этот вот очень такой классный, приятный, легкий, суперский аромат, но он золотая серединка, может быть, даже из 5-ки по мощности, из 5-ки, ну, наверное, на 2.
То есть он не сильно бьет нос, он не вонючка. С новинками закончили. Итак, значит, дальше я увидела по распродаже, болталась, бонусы за покупку. Вот такие вот мои самые, наверное, любимые палетки для скульптурирования лица. Это холодные оттеночки. Артикул 63-35. Ну, смотря что на вас одето, можно заказывать холодные и теплые оттенки. Мне не подходят все. Так, далее 63-34. 63-34. Вот такая вот тоже палеточка, но уже потеплее, да, видите, она уже такая теплая, классная. Нравятся они мне, заказываю, буду еще заказывать. Дальше, это у нас идет сыворотка концентрат интенсивное укрепление для кожи головы. Я ее заказывала 2-3 штуки. Парикмахер мой говорит: Аня, у тебя очень много новых волос. Ну, я думаю, понятно, я пока все протестирую. Вот такая вот она, полуводяная. Я пока все протестирую. Вот волосы и растут. Тестировала я ее только в зоне лба, на макушке, потому что потом у меня идут нарощенные волосы, а потом, к сожалению, у меня разросся вот псориаз, я на затылок не использую его. Вообще ничего, запах легкой сладости такой, очень хорошо наносится, волосы не жирнятся. Даже если вы сильно-сильно много нанесете, да, будет эффект вот этой вот жирности, еще чего-то. Но опять-таки сухой шампунь на помощь, и все отлично, все великолепно. Штука действительно классная, волосы перестают сразу выпадать, даже если какие-то выпадали где-то что-то. Он возвращает жизненную силу ослабленным волосам, это действительно. Он насыщает питательными веществами, укрепляет волосы от корней до кончиков, да, так и есть. И он эффективно решает проблему выпадения волос. И понятно, если он решает проблему выпадения волос, он и стимулирует, наверное, рост новых или что, но я вот почувствовала на себе эффект. Далее в Викуське заказали вот такой вот аромат. Мы ей мажем ближе к вечеру. Ну вот перевозбуждается у нас ребенок, пробуем всячески. Артикул 1293. Аромат приятный. Тут идет лимон, мята перечная, перец черный. 10 мл идет. Вроде бы на нее действует хорошо. Ну, наносить, как вы видите, можно сзади на шею, на предплечье, на виски и на зону пульса на руке. Это идет аромамасло с шариковым аппликатором. Оно помогает справиться с эмоциональным и физическим напряжением, улучшает настроение, способствует повышению уверенности в себе. Тоже очень классная штукенция. Наносится не сильно много и приятный запах такой. Действительно очень приятный. Я в восторге. Мне очень нравится афродизиак вот, и очень нравится вот этот антистресс. Далее кофе. Как обычно, что-то я не нашла корм кошачий, хотя мы его кушали, 16.049, это добрый день. И доброе утро, у нас получается 16.048. Далее заказала по купонам ЖЭШ вот такую вот парфюмерную водичку BSC 6210. Заказала две штуки, одну, понятно, распаковывать не буду, у меня распакованных много, я же одна на различные ароматы. Я на неделе могу сменить 7 ароматов. Она... как даже сказать, легкая, невесомая, цветочная, свежесть, но не такая, как вот, допустим, аква, о которой мы с вами уже говорили. Она немножечко такая более женственная, более утонченная, и у нее аромат уже не односложный, а уже там есть какие-то ноты, какие-то этажи, очень-очень приятно. Легкая такая женщина у меня сразу вырисовывается, такая где-то вот в белом платье, красивая, леди такая, вот знаете, вот свежесть, легкость, чувственность. Тут есть чувственность искристости, тут уже нет, а есть именно такая чувственность, нежность и еле уловимость. Неназойливая вода с очень легким, нежным, классным ароматом. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Коннова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео.